доброго времени суток, друзья, я вас приветствую. Сегодняшний ролик будет посвящен декоративной штукатурке торговой марки Fadel, которая именует себя как Elegant Farbe. Вот. В первую очередь хочу немножечко сказать о том месте, на чем она будет изображена. Это гипсокартон, предварительно подготовленный, обеспыленный, обезжиренный и закрашенный вот такой вот краской. Это In Latex Matte. Уже торговой марки Fadel, предварительно заколированный. Вот. Это первоклассная краска с хорошими кроющими способностями, отличным расходом, идеально подходит для декоративной штукатурки. Итак, для работы понадобится непосредственно сама краска и вот такая вот кисточка. Можно пошире, можно поуже, кому как удобно. Итак, усаживайтесь поудобнее, сейчас все покажу. Так, декоративную краску я буду наносить под углом 45 градусов, то есть от одного угла к другому, по типу дождя. Вот такой вот простенький, незамысловатый, прямолинейный рисунок получается при помощи кисти. Ничего сверхъестественного, ничего тяжелого. Всем огромное спасибо за проявленное терпение во время просмотра. Если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте их, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. До скорого.